60 минут наедине с губернатором. Именно такую возможность получили несколько десятков одаренных ульяновских школьников. Каждый из них успел проявить себя в науке, спорте и искусстве. Перед встречей глава региона ознакомился с проектами школьников. Научные разработки позволили молодежи завоевать самые престижные награды всероссийского уровня. Например, участник проектной смены образовательного центра «Сириус» Даниил изобрел новый вид удобрений. Мы изобрели такой вид удобрения, который не требует постоянного внесения. То есть, внеся его один раз, мы больше не нуждаемся в том, чтобы следить за ним. То есть мы просто поливаем. Прямой диалог под названием «Дети – большие вызовы» дал возможность ребятам задать главе региона все интересующие их вопросы. Темы разнообразные – от экологического состояния Волги до патентования научных разработок молодежи. Какие меры будут принимать государство для того, чтобы улучшить состояние водной артерии нашей области? И может ли молодежь помочь как-то решить этот вопрос? То есть, возможно, какими-то предположениями или проектами? Поэтому принято решение выделить в пределах около 240 миллиардов рублей денег на то, чтобы приступить к очистке. Что предлагается? Предлагается заняться берегу укреплением, потому что каждый год волны разбивают берега на несколько метров, продвигаясь вперед, это все осыпается, попадает ближе к руслу и начинает тормозить течение. Во-вторых, предлагается очень серьезно заняться разведением биоресурсов. Ребятам были вручены сертификаты на поездку в Севастополь на международный салон изобретений и новых технологий «Новое время». На этом поддержка одаренных детей не закончится. В регионе создан образовательный фонд поддержки талантов «Потенциал плюс». Фонд только создается, его деньги будут направлены на то, чтобы поддержать наши юные таланты, потому что им нужно и выезжать, и им нужно оказывать еще и образовательную мощную поддержку, чтобы ребят ульяновского региона стали еще больше, чтобы у нас стало еще больше победителей во всероссийских олимпиадах по различным предметам, в проектной деятельности, это новое направление совершенно. В числе ближайших задач, поставленных главой региона, учреждение губернаторского гранта на поддержку проектов в области науки, искусства и спорта. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».